Дорогие друзья, dear friends, я хочу поздравить нас всех с 200-летним юбилеем форта Росс, связывающего наши страны не только исторически, но и по духу наших отношений. Я хочу, чтобы вы получили истинное музыкальное наслаждение от замечательных мелодий Чайковского в исполнении оркестра Мариинского театра. Это будет очень в духе отношений музыкальной России и музыкальной Америки.